хорошо, на чем бишь мы? Стэкс-хелта. Да все вроде установлено, да? Пицца вор. О, господи, опять, блядь, защита. Короче, я охраняю эту штуку. Кто-то сказал пицца. Опять ты. Какашка, которая не смывается. Смешно. Русы против ящиков вкручивались. Драгун, да. Определенно. Давай послушаем его. Может, он хочет мир? Всегда хочу мир. Может, это ящеры так говорят слово гай все-таки? Блять, слово гай так пишется или не так? Мне не так до сих пор никто и не сказал. Гуай? Или это так ящеры просто говорят? Или я с ума сошел? Наверное, я с ума сошел. Хорошо. Сильно скормили радиоактивный петролиум бипродукт в пушку. Чё? Бездомные рабы для меня. Я могу все это сделать, это безумно богатым. И люди будут меня любить. Потому что я хорошо выгляжу. Где-то я это слышал уже. Это из серии «Я могу пнуть котенка». Могу кинуть бабушку с верхнего этажа здания. Но мне все это сойдет с рук. Потому что я красивая. Это делает меня плохим парнем. Да, неважно. Давай сожжем его. Хорошо. Используй пицца медведя фабрику, чтобы доставить как можно больше пицц. Чего, блядь? Что? Подожди, а почему... Что-то я не понял. Доставить куда? Чаевые дали? Да. А подожди, это Tower Defense, что ли? Господи Иисусе. Я уже чувствую, что здесь могут быть проблемы.
Где? Туда обратно. А вот эту последнюю засчитали? Нет. А почему два написано? Что-то я не понял. Они же не дошли до меня. С ним. А, они доставляют сюда, что ли? Да, не. Не может быть. Подожди, они действительно везут туда, что ли? Или что происходит? Ради. Да успели меня задамажить так много. Потрясающе. Хрен с ним, 6.
Я успею, не переживай, вернуться. Слышь, ты, пес, блядь. Стоит, хуячит. Еще одну. Мы победили. Финальная атака против пиццы медведя. Будь готов. Чувствую булщит, какой ча будет. Э? Какой-то булщит будет. По-любому. Не надо, оставь. Ебать, летят. Я получай Чиз Меган. Да. Привет, Серег, привет, Анатолий. Отвлекаться не могу. Тут слишком интенсивно все. Да и на время. Меган слишком много сыра съела. По-другому выглядишь без очков. Да. Yeah. Я получай. Получай еще.
Джек, ты сказал, что ты любишь меня. Когда такое было-то? Нет, не говорил. Что ж придумала, блин. Моя теория не оправдала себя. Что она на самом деле работала на этих. На злодеев. Ну да и ладно. Пойдем. Соберем, что осталось здесь. Пока дают. Благо, никто не мешает. Или мешает. Отмечено красной точкой. Эхо, да. Наркоманский страйк. Да. Сюжет здесь крайне наркоманский. Но геймплей мне нравится больше, чем в страйках. Что здесь-то происходит, не пойму. Блин, там еще одна, что ли, осталась? Еще один грузовик остался. А что, он будет стоять просто? Бля, что-то лазер имба какая-то, если правильно использовать. Удовлетворительное открытие карты. Тащусь прям. Сейчас у меня такое ощущение, что можно было эти здания взорвать и все. И все. Они бы ниоткуда не шли. Ну, это сомнительная идея. Почему-то мне кажется. А что здесь на этом уровне нет ни одного ящика? Даже как-то странно. Окей, я вроде все очистил. Че? Пицца-бир все еще стоит. Тут денег всего. Кстати, да, жертвоприношения алтаря не было еще. Должен признать, я не думал, что в тебе это есть. Чё? Это чё такая что? Я думаю, что никакое красивое лицо не станет между тобой и спусковым крючком. Вы пытаетесь быть фильмом 90-х, что ли, или что? Не убьют шефа. Было. За то, что он поставил меня в эту ситуацию. Он заставил меня убить Меган. Я ее вообще не знал. Ты не можешь идти один. Вертолет говорит, пошли. Мне нравится. Да, у меня есть комната, чё. Что? Такой... Чего? Такой... А, как это правильно сказать? Такая связь между пилотом и вертолетом никогда не случалась?
после пару миссий вертолет съедает пилота. А вот что, раньше не могли сказать об этом? Вот, да. Это многое для меня значит, но... А что, раньше нельзя было сказать? Они все задроты. Но Джек нет. Он знает, на какую сторону намазывать масло. Что за внезапно это... Кто-то у этот... Как это назвать-то? Кто-то отнял сценарий у того, кто его до этого писал, и начал писать его заново, что ли, или что? Сначала про пиццу, а теперь какие-то философские вещи рассуждаю. Какие-то цитаты умные. Прощай, пилот, и удачи. Ну какой дачи? Да качай дальше. Хоть ачивку получу. Все, уже все, не лезет. Тут 300, там 300. Жертвоприношение не работает, потому что ничего нет. Death Stranding по средам. 3 часа я поиграл. Достаточно пока было. Это Фианур. Фианур записывает! Я милицию позвоню! Как Фианур записывает? Джефф. Ну давай, Джефф. А знаешь что? Не знаю. О. Ну я так не играю. Внезапная катсцена. Воу. Лады. Так, подожди, что у меня здесь? Что? Ну погнали. Это. Я не уверен, что это хорошая идея взрывать ящики. Бля, у меня нету этих. Да ну все.
Это мне вряд ли пригодится. Вот броню я бы оставил. Я надеюсь, над лавой летать можно. Как много я уже пролетел. Мне еще лететь, лететь. Сферу. А они что-то как назло ни с кого не падают. Пока дают. Окей. Ядрить там точек много. Прям вагон. Дуробас. Поехали. Кусок карты не открытый. Крайне раздражаюсь. Окей, сейчас будет босс. А
чё тут все? А чё тут все поломано? Я же тут еще не был. И тут никого не будет. В последней части это лак. Есть курить! Вот это у тебя хуйня! Очень нравится ситуация, что меня заблокировали на этом боссе. Так, господин Джефф. Господин Джефф, может ты нахер пойдешь со своими вот этими, блядь. Я не заслужил этого. Нет, ты заслужил это. Козел говно. Последний укус. Бега, идиот. Ау. Окей. Это мега-копсер, а не мега-идиот. Как-то разочаровывающе было. Вертолет рыгнул только что? Окей. Это все, что ты позволил мне съесть. Я пока доволен. Победили. Да какой ценой? Меган. Грегги. А где помощь? Едва сбежал от смерти. И я плакать не буду. И я сегодня пулю... Увернулся от пули. Если хочешь поплакать, давай. Я выслушаю. Смеяться не буду. Он сам стоит, плачет уже, лол. Слезы. Вы правда плачете, задроты. В смысле? Что происходит? Ау. Так, вот сейчас стало более понятно, почему и при чем здесь пицца. У них фирма называется Пицца Вир, поэтому они про пиццу и шутят. Ну это как-то это мега-мемно, не знаю. Ну если это все на. Шах. Хоба. Интересная игра. Но сюжет. Я не знаю, на грани фарса просто.
Просто, ну, типа, вы либо делаете его мега серьезным, от чего он смешной, либо, я не знаю, либо не шутите вовсе, чтобы это было все мега серьезно. Просто вы как-то то туда, то сюда, непонятно. То ли вы мимасите, то ли не мимасите. Вот, вот в этом моя проблема. Спасибо, что играли. Но в целом геймплей огонь. Я все-таки думаю. Жалко, что нет возможности прокачать вообще все. Вообще все, вот прям. Ну, да. Мне кажется, первый босс был сложнее в разы. Я ожидал от Джеффа чего-то чуть более серьезного, но... Видимо, это... Фу, перекач! Музыка норм в этой игре. Пиксель-арт огонь вообще. И как, в принципе... Какой-нибудь сиквел Desert Strike это вполне себе катит. Поиграть можно.